Приветствую вас, Николай. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Познакомился с замужней девочкой, у нас было много встреч, все казалось бы хорошо, но как-то, ну, когда я спрашиваю ее, хочет ли она быть со мной, она не говорит ни да, ни нет. Подскажите, пожалуйста, как понимать это молчание? Говорит, что я для нее дорогой человек, что ей меня очень не хватает, что она хочет встречи. Нужно понимать, что и у вас, и у нее есть, скорее всего, определенные надежды на отношения, да? То есть, как бы, нужно понимать, что и вы, и она чего-то ждете от этих отношений. И поскольку девушка замужняя, как вы, в общем и целом, сами сказали, то мне кажется, что самым лучшим решением здесь было бы постараться увидеть и определить, совпадают ли ваши ожидания. То есть, совпадает ли то, чего вы ждете от отношений с ней, с тем, чего она ждет от отношений с вами. Понимаете, да? Вот. Если девочка не говорит ни да, ни нет, то есть, иными словами, она не хочет брать ответственность на себя за высказывание какой-то позиции. Это в первую очередь означает, что текущая позиция для нее выгодна, как минимум. Вот. И она не хочет что-либо менять. То есть, она не хочет уходить и от своего мужа по каким-то причинам, сейчас не важно, какие это причины, сейчас не имеет значения, не хочет уходить. Ей, в общем и целом, вероятно, все устраивает, да, ее, в общем и целом, все нравится. Меня что-то она не заинтересована, вот, скорее всего. Иначе бы со своим супругом, да, она бы давно бы уже рассталась или попыталась бы как-то вот отношения с ним, ну, улучшить, гармонизировать, да, и так далее. А если она этого не делает и просто встречается с вами, то, скорее всего, все ее устраивает в этом смысле, и менять она ничего не хочет. Вот. Это не хорошо и не плохо, это факт. Вот. Это данность, с которой вам нужно смириться. Вот. Второй момент, если она в целом довольно пассивный человек, девочка, ну, то есть не слишком активная, да, такая вот не слишком инициативная, может быть, например, что, опять же, ни в коем случае не говорит о том, что она плохая, а просто вот такой человек от природы, например, то в этом случае, если она вот такая, вам имеет смысл взять на себя ответственность за то, как
протекают ваши отношения. То есть, самому принять решение, что она теперь с вами. Правда, это несколько затруднительно, учитывая, что она замужем. Вот. И если у вас возникнет такое возражение, что «а как я могу, да, если она замужем», то вы, в общем и целом, будете совершенно правы в этом смысле. Действительно, как вы можете? Действительно, как? Скорее всего, никак. Вот поэтому вам нужно для себя решить, да? Вы встречаетесь с замужней девушкой, у которой есть отношения уже с мужем, и она вам полностью не принадлежит. Вот, как бы в силу того, что уже замужем. Вот. И вы в известной степени соглашаетесь на роль любовника. Да? Кого-то ведь эта позиция, в принципе, может устраивать. Для кого-то эта позиция, вполне адекватна. Может быть. Понимаете? Если вас все устраивает, супер. Просто находитесь в этом, получайте удовольствие. Не ждите какой-то определенности, вот. Потому что, это было бы, наверное, наивно, вот. Если же вас это не устраивает, вы хотите серьезных отношений, то в таком случае, на мой взгляд, вы выбрали не совсем подходящего партнера, да? Потому что прежде чем начать строить серьезные отношения с вами, ей нужно закончить отношения с мужем. А делать она этого не готова. Вот. И вы находитесь в такой вот, получается, постоянно невыигрышной позиции относительно ее. Потому что у нее куда идти, условно говоря, есть, у вас нет. То есть, у нее есть муж, если что. У вас как бы мужа, да, такого вот, в кавычках, нет. Вот. А с точки зрения психологии считается, что в отношениях с несвободными партнерами вступают люди с низкой самооценкой, заниженной самооценкой, скажем так. Только, наверное, вот при условии, да, если это просто не ради развлечения, когда люди вот понимают просто, что они как-то вот встретились, да, чтобы провести время там, просто чтобы развлечь и все. Вот когда в таких отношениях появляются определенные амбиции, да, например, я хочу, чтобы ты был или была со мной, я хочу, чтобы там у нас с тобой были серьезные отношения, вот, то есть, когда вот какой-то такой разговор начинается, то в этом смысле это проблема. И здесь проявляются как внутренние конфликты, так и жизненные сценарии определенные, в том числе ваш. Вот. И тут нужно разбираться. Разбираться именно с вами, чего вы вообще хотите и так далее.
Да, в принципе, можно построить отношения и с ней. Гипотетически. Для этого вам нужно стать тем мужчиной, которым она хочет увидеть. Тем мужчиной, которым не является ее муж. И не факт, что вам это будет комфортно. Вот. Понимаете, да? Кроме того, без личностного роста, в смысле того, вот, ну, доверие имеется в виду, без работы над доверием, над открытостью, над искренностью и так далее, будет сложно построить отношения, потому что вы понимаете, что раз она как бы встречается с вами, да, будучи замужем, вот, то может также встречаться уже и с кем-то, будучи с вами. Потому что, ну, она же себе это позволяет, условно говоря. Вот. Опять же, поймите правильно. Я не говорю, что это плохо. То, что она делает. Ни в коем случае. Я не говорю, что она не должна так делать. Ни в коем случае. И не говорю, что плохо поступаете вы. Я просто хочу показать вам ситуацию со всех сторон. Вот. Ну и, наконец, последнее, на что хочется обратить ваше внимание. Это то, что вы не доверяете себе. Что это значит и почему? То есть, что значит вы не доверяете себе? И почему я так решил? А вам человек говорит, ну, дает обратную связь определенного рода. Эта обратная связь вами не обрабатывается, судя по всему. То есть вы не принимаете факт того, что девушка могла не определиться. Или она не знает. Или для нее это не актуально. То есть свою определенность, получается, по факту, вы ставите в зависимость от нее. От нее. От ее решения. От ее действий. От ее поступков. От ее слов. Вы понимаете? Это не самое лучшее решение, которое вы можете для себя принять. Потому что вы в таком случае теряете свою автономность, свою свободу вы теряете, вот, свой ресурс, свою ценность, да, и превращаете, собственно, в жертву. Вот. То есть в этом смысле вы жертва, к сожалению. И вот если вы жертвой-то как раз быть не хотите, да? Если вы не хотите быть жертвой, если вы хотите как-то вот самостоятельно, да? Ну, решать, с кем вы будете в отношениях, да, и так далее, например, то вам в этом смысле нужно все-таки ответственность, вот, что называется, брать на себя.
Понимаете, да? Вам нужно самостоятельно, что называется, принимать решение. А не ждать, что девушка сама что-то решит. Потому что спать можно долго. И так ничего не дождаться. Потому что ей выгодно. Ей может быть просто выгодно. А, ну вот. Вся эта ситуация. Да, не потому что она плоха, повторюсь. А просто потому что вот человек такой. Вот. Да, может быть немножко нерешительный человек, может быть сомневающийся немножко в чем-то. Понимаете? Вариантов много. Может быть. Каждый ведь вариант, он вполне реален. На мой взгляд. И вам надо решить. Что вы будете делать? Как вы будете действовать? И какие у вас, собственно говоря, приоритеты в данном случае? Потому что у девушки приоритеты свои. Заботится она в первую очередь о себе. Защищает она в первую очередь свои интересы. Это нормально. Она даже говорит, что ей вас не хватает. Вы на это не обращаете внимания, но ей вас не хватает. Говорит о том, что вы ей нужны. Понимаете? Какая штука. Вы ей нужны. Вот это важно понять. То есть, она хочет от вас, грубо говоря, что-то получить, что-то получать. Вот. Да? Еще раз повторюсь, это неплохо, то, что она хочет от вас что-то получать. Но готовы ли вы к такому повороту? Не обманываете ли вы себя? Надеждами, какими-то ожиданиями, может быть, излишними. Вот в чем вопрос. Поэтому говорить о серьезных отношениях, на мой скромный взгляд, здесь не приходится. Пока что. Пока еще. Понимаете? Вот. Так что, если вы будете внимательны к себе и к ней, и если вы будете внимательны к коммуникациям, которые вот между вами и девушкой происходят, например,
то ситуация может разрешиться наилучшим образом. Но так или иначе, и девушка совершенно точно, и вам нужна психотерапия, потому что иначе отношения будут иметь определенного рода шероховатости. Чего, я думаю, вы бы не хотели для себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна вам для формирования начальных постулатов для психотерапии.